идем в магазин, в отеле, который у нас, Алисе надо купить спрей для волос, да? Пойдем вот сюда заходить, Алис. Ты поняла какой? Ну иди вот выбирай. С этой стороны, Алис, сюда, сюда. Так, какой бери, вот какой тебе нужен. Дядя тебе подаст сейчас? 20 лир принесли, да? Да, вот она хочет сама купить. А, сама хочет? Ну вы ей подайте. Прошу, на кассу подойди. О, пойдем на кассу. Пошли с этой стороны, Алис. Так, и вот к дяде подходи, сейчас тут очередь стоит, подожди, по очереди надо. Ну вот есть смотри, какая ловится. У нас маленькая, 10 минут. Все, Алиса, рассчитывайся с дядей. Покажи, что ты взяла. Все, пойдем. Пойдем. Молодец. Она сказала спасибо. Все. Едем в лифте. Алиса нам набрала. Какой этаж ты набрала? Четвертый. Мы на каком этаже живем? На четвертом. Сейчас Алиса нас доставит, да? Ну смотри сюда. На четвертый этаж едем. Тут зеркала такие, да? Здесь видно зеркало. Спасибо, лифт с вентилятором. Вот наш, да, и с музыкой. Вот наш четвертый этаж. Да, Алиса? Где наша комната? Лифт пришел. Ну-ка, стучи в нашу комнату. Вот наша комната. 41-34. Сейчас Егор нам должен открыть. Да? Мы. Съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Проходим. Я этот. Этот. Все. А этот. Ребятульки, подписывайтесь на наш канал и ставьте очень много лайков. Очень-очень много лайков.